Росреестр ценит ваше время и старается его сэкономить. Для получения услуг требуется все меньше документов. Росреестр постоянно сокращает сроки проведения регистрации прав и кадастрового учета недвижимости и увеличивает долю услуг, предоставляемых в электронном виде. Для получения любой информации, которая находится в сфере деятельности Росреестра, вы можете обратиться в единую справочную службу по телефону 8 800 100 ровно 3434. Что вы можете сделать, чтобы получать госуслуги Росреестра быстрее? Обратитесь в ближайший офис Росреестра, Федеральные кадастровые палаты и МФЦ по месту нахождения объекта. Услуги Росреестра можно получить в офисах Росреестра и Федеральные кадастровые палаты. По всей стране работают около 3000 таких офисов. В филиалах Федеральной кадастровой палаты можно подать документы на регистрацию прав собственности, поставить объект на кадастровый учет, получить сведения из Государственного кадастра недвижимости, ГКН, и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ЕГРП. Подать документы на получение услуг Росреестра можно более чем в 1000 многофункциональных центров. Постоянно открываются новые МФЦ, чтобы вы тратили меньше времени в пути. Здесь работает принцип одного окна. Если у вас нет возможности посетить офис Росреестра, Федеральной кадастровой палаты или МФЦ, вы можете направить заявление и документы для получения услуг почтовым отправлением. Чтобы оформить документы правильно, обратитесь к сайту Росреестра. Выберите раздел об услуге, которую вы хотите получить, и ознакомьтесь с перечнем и формой документов. При отправлении документов почтой обязательно закажите уведомление о получении вашего письма и приложите опись документов, которые в нем находятся. Получить документы по итогам оказания услуг можно также по почте или другим удобным для вас способом. Не забудьте в заявлении указать, как вы хотите получить готовые документы. Не теряйте времени в очередях. Запланируйте прием заранее. Выберите на нашем портале раздел «Офисы и приемные». Найдите ближайший к вам офис Росреестра или Федеральной кадастровой палаты. Укажите тип услуги, которую вы хотите получить. После этого выберите удобное для вас время и дату в графе «Расписание». Укажите свои данные и сведения о регистрируемом объекте. Программа предложит распечатать талон с номером. Специалист примет вас в назначенный час. На нашем портале www.rosreestr.ru все базовые услуги Росреестра можно получить в электронном виде. Не выходя из дома с помощью интернета, можно подать документы на государственную регистрацию прав, для постановки на кадастровый учет, заказать выписки из ГКН и ЕГРП. Сведения об интересующем вас объекте можно получить в режиме реального времени. Воспользуйтесь сервисами портала Росреестра. Здесь вы найдете справочную информацию по объектам недвижимости. На портале Росреестра хранится информация об их размерах и местонахождении, наличии или отсутствии зарегистрированных на них прав, ограничений и обременений. Вам необходимо узнать, какова кадастровая стоимость вашей недвижимости. Обратитесь в электронный фонд данных государственной кадастровой оценки или воспользуйтесь сервисом «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн». Сведения о кадастровой стоимости объекта содержатся также в ГКН. Например, вы можете получить кадастровую справку о кадастровой стоимости объекта, которая предоставляется бесплатно. Кроме того, кадастровую стоимость объекта можно узнать с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта». Здесь также можно увидеть границы земельных участков и объектов капитального строительства, их площадь, дату постановки на учет и целый ряд других сведений. Это далеко не все электронные сервисы, которые доступны на нашем портале. Их список постоянно расширяется. Росреестр – первое федеральное ведомство, которое прямо у вас дома или в офисе принимает и выдает документы для оказания государственных услуг. Выездное обслуживание обеспечивает Федеральная кадастровая палата. По вопросу получения услуги обратитесь в колл-центр Росреестра 8 800 100 ровно 3434 или по телефонам в каждом регионе. Их номера можно узнать на сайте Федеральной кадастровой палаты. Здесь же можно заранее записаться для получения услуг на выезде. Для ветеранов Великой Отечественной войны,
а также для инвалидов первой и второй групп услуга оказывается бесплатно. Росреестр совершенствует качество оказания услуг и делает все, чтобы экономить ваше время. Росреестр содействует экономическому развитию и социальной стабильности в стране, улучшает инвестиционный климат и условия ведения бизнеса.